Российские исследователи завершили расследование по делу «Ландромата», в котором фигурируют Влад Плохотнюк, Вячеслав Платон и Рената Усатый, и готовы передать его в суд. В сообщении МВД для прессы отмечено, что в 2013-м именно Плохотнюк и Платон разработали схему незаконного вывода из России свыше 500 миллиардов рублей через молдавский банк. План реализовали с помощью бельского мэра Рената Усатого. К этому также приложили руку несколько российских банкиров и юристов, четверо из которых признали вину и подробно рассказали, как осуществляли аферу. Российские власти заявляют, что Плохотнюка, Платона и Усатого объявят в международный розыск. Их намерены задержать и поместить под стражу.